Снова я. Ну что, погодка не жаркая. С утра было как бы жара-жара. Короче, короткая сводка погодная вам. Потом в обед пошел дождик. В общем, такой нормальный. Я как раз в это время успел сходить в магазин под зонтичком. Ну и думал, все, уже до вечера и до ночи будет дождь. Покататься я не смогу, но видите, немного подраспогодилось. Я решил, что надо прокатиться. Ну, чуть поздновато выехал. И поэтому у меня сегодня на повестке, наверное, будет такой очень, ну, как мне кажется, авантюрный ролик. Я даже не знаю, смогу ли я его снять. Но я, наверное, попробую. Ну, то есть снять без склеек. Такой чисто на выносливость. Не знаю, что из этого получится, но попробовать точно стоит. Значит, в чем суть задумки? Я хочу на таймлапсе одной рукой держать телефон, а другой рукой держать за руль. Короче, на таймлапсе проехаться вокруг столбцов полностью. Причем таким достаточно длинным путем, и все вам это подснять. Очень сильно не уверен, что у меня это получится одним дублем. У меня отвалится рука, я даже не знаю, сколько по времени это займет. Может, час. Ну, таймлапс-то вам будет час, это короткий всего лишь. Сколько это, я даже не знаю, сколько это минут. Но 6 минут будет, если час. Смотреть вам, короче, будет недолго. Батарейки главное, чтобы хватило. Ну что, попробовать, что ли? Смотреть, конечно, на меня будут все очень криво. Ну, хотя, кто будет знать, что я так долго буду ехать. Ну, ладно. Как я назвался, груздем. Полезай. Полезай на велосипед и едь. Значит, ну что, сейчас туда с какой-то точки зафиксируемся. Да, я поеду. Начнем тогда вот отсюда, от озера, от остановки. Да, вот так вот. И потом таймлапс. И потом, по идее, вот так же и закончится. Ну, давайте пробовать.
Так, ну что, вы все видели сами. Таймлапс занял 7 минут 30 секунд. Это надо пересчитать, сколько в часах. Кто справится с такой задачкой? Фух, маленькая подсказка для тех, кто попытается решить эту задачку. Таймлапс снимался на скорости 10x. И практически все время я сейчас руку сменил. Я держал телефон вот этой правой рукой. Мне даже кажется, что у меня тут, видите, какая мышца надулась. И палец весь занемел. Ужас. Но это было интересно. Сейчас по-другому руку сменю и расскажу детали. Немного вечернего заката вам. Тоже в ролик. В ролик и в жизнь вашу вечернюю. Смотрите, тучки разошлись. Это хорошо. И луна, ну уже, смотрите, почти полумесяц ранний тоже на месте. И поселок, который готовится ко сну. Ну что, немного подробностей на этого таймлапса. На самом деле 7 минут 30 на 10x. Это офигеть как много. Я даже думал в какой-то момент, что это нереально. Тем более, что половина пути на совсем непригодной этой самой вот находится поверхности. И где-то надо в горку ехать, где-то надо с горки. Но в целом, что я понял? Я понял, что мой телефон может снять такой таймлапс. И скушать на это где-то порядка 40, там, ну, до 40% батареи. Я понял, что я могу снять такой таймлапс по времени и даже, наверное, и дольше. Но я не буду испытывать, какой вообще максимальный таймлапс я могу снять. Сейчас вот я уже еду, вот так вот снимаю, у меня уже рука даже, кажется, немеет. Короче, очень даже неплохо это для руки. Неплохая очень физкультура. Хорошо, что немножко научился без рук. Там были несколько моментов, когда я перекладывал, в общем-то, телефон из одной руки в другую, чтобы было немножко дать совсем чуть-чуть отдыха. Но опять же, вот это упрямость какая-то, вот все сказал и еду, и ты понимаешь, что ты знаешь, для чего тебе надо, ну как бы, что тебе надо сделать, и что с каждым действием становится все меньше действий, и меньше, и меньше. И когда уже тут подъезжал, так было вообще как бы, казалось, неужели как все это быстро проскочило. Ну, такая история. А вот и здесь, видите, тоже. Ух, как ломануло прям. Не с корнем, но всю березку. Кто-то может сказать, что этот весь как бы объезд вокруг столбцов не совсем, потому что столбцы и там он заканчиваются дальше, за окинчицами бывшими. Но там нет тогда такого кругового маршрута. То есть это самый длинный маршрут по кругу, который я смог придумать. Перед тем, как возвращаться уже домой, нормально, я так устал. Решил еще заскочить немножечко вечерней хвоей после дождя насладиться. Этот аромат, конечно, ни с чем не спутать. Он очень классный. Так что все, у кого здесь рядышком хвойный лес, бегом туда наслаждаться. Это чудесный запах. И классная такая атмосферка, немножко прохладненько так. Но это не делает вечер нехорошим. Ладно, проедусь, подышу немножко и поеду уже домой. Все-таки какая тут офигенская тишина и умиротворение. Да? В эти дни. Вот что значит вечер воскресенья, смотрите, на дороге ни души. Едь себе на велосипеде,
Никто не шумит, только где-то там вдалеке железная дорога. И тут тихонечко луна наблюдает за своими полями, лесами и Неманской низинкой. Не знаю, видно или нет, но что-то очки начали потеть. Видимо, уже все, как это, точку росы перескочили. Дыхание, а как-то даже объяснить, дыхание теплее. Или, да, дыхание теплее, чем воздух возле очков, поэтому он сразу начинает что превращаться в конденсат. Или наоборот, дыхание холоднее. Короче, не знаю, но очки потеют. Ну, то, что паром каким-то, наверное, дышу. Или на улице влажность большая. Ох, хорошо, немножечко подышал хвойным листком. На медленной скорости, практически не вращая педали, качусь. А вот тут как раз машины какие-то активизировались. Но только же было тихо, на работу уже что ли собрались? Вот хулиганы. Это вон там, а ну-ка, я вам сейчас сниму, какой-то неизвестный. А, ёлки-палки, это получается, кусты эти так растут, на приближении видно, да? Это кажется, что как будто люди какие-то собрались убирать что-то в поле вечером. Охо-хо, и тут, смотрите, бедному деревцу тоже досталось, отломало кусочек. Да, ну что ж такое. Ладно, все, еду домой. Ну что, заехал я уже в свои родные пенаты. Вот так тут у нас все выглядит вечерком. Кстати, так свежо, бодренько. И еще возле озера это стало так быть. Но это же не повод, чтобы раскисать. Наоборот, хорошо, сейчас приду, открою окошко. Ночью немножко будет, как это, прохладненько, я надеюсь. Но завтра ждем хорошую погоду. Этот ролик, скорее всего, будет самый короткий из тех, что вы смотрели. Но все равно он имеет какую-то определенную для меня, по крайней мере, ценность. Я себя проверил. Смогу или не смогу. Смог. Так что ставьте моему мини-достижению лайк. Пишите комментарий, как вам объездная вокруг столбцов. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал. Или просто посмотрите, да и хватит этого. Все. А на этом я буду с вами на сегодня прощаться. Всем хорошего футбола, хорошо поболеть, хорошо отдохнуть, ну и встретить завтра понедельник. Все, на этом заканчиваю. Пока.